у нас плохая вода, что мы живем под угрозой, ну, какого-то дамоклого меча, плохого питания. Никто не считал. Мы просто вымираем. Просто вымираем. Далее, что я могу сказать? Обращение в суд вот по таким вещам КЗОТа Сергею Посадским остается, имеет, как правило, отрицательный результат. Вот. Ну что можем сделать сейчас? Мы будем стоять за закрытие свалки Парфенова до конца. У нас подобрались очень хорошая, инициативная и упорная группа. Мы не сдадимся. Но я хочу, товарищи, давайте мы здесь просто сейчас вспомним тех, кто погиб на рабочем месте. ФКП, не ЦРКП. Это Федюкова, просто простая русская женщина. Это Дроздова. Простая русская женщина и Валентина Шипилова, с ней я работала. Они умирали 6 месяцев в жесточайших мучениях. Что ждет нас от плохой воды и плохого воздуха? Вот вы стоите, пока у вас есть в кранах вода, вас это не касается. Но поймите, вот каждый 800-й, включая детей и стариков, за этот год погибнет. Просто из-за того, что начальство и руководство района не соблюдает закон.